Нажимай Абдурахмат всем. Ой, в смысле, thank you. А я понял. Наталья, покажешь? А, фотку на память давайте сделаем. Ну не надо, не надо, да. Накинь этот свой халат. Давайте. У меня рот высох. Где Настя? Рот высох вообще. О, я придумал, классно. Еще раз, я что-то это не включил. Ничего, блин, уже так не получится. Реальность такова, друзья. Есть такая статистика. Нужно, когда готовишься, нужно на 100%, на 100 с чем-то процентов выкладываться. Но если ты отдаешься там на 50 или 70% на сцене, будет еще хуже. Вообще будет хуже. И... В общем, сегодня мы немножко так это испугались. Скажи, никто не знает, но мы лажанули вообще жесть. Наверное, не получилось. Но мы что-то примерно на 80% короче сделали. Простите, друзья, вот, ну, реально. В следующий раз постараемся. Это будет извинение в интернет, да? Официальные apologize. Касатели мои. Ну как? Ну ладно. А из плюсов? Из плюсов выполнили все движения. Вообще. Я с тобой поздоровался. Это достаточно. Да, и ту низкую ноту я хорошо ее взял. И последний минус. Ой, плюс. В конце видео я появлюсь в кадре. Да? А, да, ты же танцевать будешь. Все, ты будешь там. А мы тоже выходили в центр с Азаматом. Ну мы там все. Ну знаешь, эх, ты что, идея пришла, я на. А ты хотел сразу сверху, что ли, повесить, да? Ты хотел сверху повесить? Просто тебе было поровну, да? Нет. Понравилось? Ты уже снимаешь, что ли? Да. Ты можешь говорить пока. Ну, ты волновался? Интервью. Ты попала все у нас? Да, я попала во все ноты, я волновалась вот столько, потому что... Нет, не просто, потому что мы уже замотали песню столько раз. Где-то на улице дядька стоит, дали играть, маленькая девочка вот так стоит, руки в филарках, а вот кстати, типа, и написано. О, вот она! Да, мы что-то там говорим. Задайте мне вопрос. Спросите ответ. О, зеркало классно. Давайте спросим теперь не у участников. Как вам? Не, ну как, нормально? Да. Ничего, можно, да? Когда лучше, здесь или там, когда мы пили? Здесь без разницы, да? Мы не знаем, где мы накосячили. О, это классно. Вообще это все импровизация была. Я в последний момент придумал, что мы другие. Расскажи, что Татьяна, расскажи что-нибудь нам. Я знаю, что могу показать? Я могу показать, я смотрю Танюшку, короче. Клубняк начался. Клубняк! Репетировали. На сцене. Это максимум, да? Да, отрываемся. Ну, задай еще вопрос. Танюш, задай какой-нибудь вопрос. Можно я вот задам вот такой? А, давай. Ну, он не чувствует. Сама себе и сама же ответишь. Не касаешься этого выступления. Давай. Нет, вам задам вопрос. Давай. Скажи спасибо. Как вы вообще относитесь к этому коллективу? Как вы в нем живете? Как мы живем? Как у вас отношения складываются с ребятами из коллектива? Сейчас один уйдет, я расскажу. Хочешь мою рубашку? Я еще в роли костюме. Если бы любитель жуков не присутствовал в этом костюме. Почему он любит? Ага, high will to hell. Типа это я не буду. Ну как же yesterday? Yesterday. Yesterday. А, где мой yesterday? Давид, кстати, очень волнуется. Ты больше всех волнуешься, начинаешь меня тыкать, толкать. Ну, туда-сюда, туда-сюда толкать меня. Как будто я это, знаешь. Вообще, типа... Ты опять ночью выложишь все видюшки? Не знаю, попробую. В следующий раз надо с пижамами сделать. Да. Чтобы боржей там. Тоже лажануть пару раз, чтобы это прям было так. Контрабаса. Так его, простите, я придумал новый уровень мастерства. Лажануть так, чтобы поверили, что мы лажанули. А на самом деле нет. Отработали. На самом деле отработали. Конечно, это шнот. О боже, вот он атомник. Вот посмотрите. Давай, смотри. Он учит человека, который больше жизни занимался музыкой. Видишь, написано фортепиано. С теорией там. Просто ударил.
Почему там такие же ноты, да? Да, помада у тебя вообще жесть. А если еще к этой помаде прибавить вот эти движения? Мне вообще страшно было там двигаться, понимаешь? Слушай, взял подножку и понес. Гершевин. Гершевин, знаешь, кто это такой? Это композитор. Да ладно. Нет, это я понимаю, там написано, что это Гершевин. Это очень известный композитор американский. Саломер Горгий, знаменитая. Да, кстати, да, тоже к нам подошли. Да, Саммертайм, да. Я просто думала, что зал должен прям встать, Вообще, сделать вот так вот. За руки тянуть и обрывать конечности. А вот сейчас войду. Ты там бросать бегал. Они повторяли с тобой, только сидя. Нам кажется, даже похлопали хорошо. В коридоре. А выйдя туда, мы сразу такие, как будто полголоса потеряли все. Да, разница вообще чувствуется. Все таки реально, я даже сам, я говорю, пересыхать начал вообще в хлам. Я такой думаю, там быстрее кусать язык, думаю, как оно сейчас. И то, что мы сами сомневаемся, конечно, это забирает половину номера нашего. Я, кстати, думаю, я попадаю, не попадаю, хотел тебя послушать, а не слышно реально. Like a мне показалось, что если мы вчера настраивали... Слышал такое? Слышал такое? Нет. Такое ощущение, что мы с тобой микрофонами махнулись. Слава богу, что мне разрешили без кофе. Я считаю, что без кофе ходить. Ну все поняли, кстати, когда там мы стояли... А ты девочки? Да? Да. Я еще такой думаю, так, начинается. Пора одевать, надо быть, вот, все, хорошо. А потом, когда я иду, думаю, подожди, я правильно сейчас иду? В этот надо здесь идти или нет? Думаю, сейчас здесь движение. Блин, а если у нас... Еще только, знаешь, когда идешь, я вижу Настин взгляд и думаю, я не смотрю на нее, думаю, сейчас, слушай, я правильно все делаю? Думаю, блин, если неправильно, да, второй раз придется мне. Ты знаешь, вообще не хватает. Я почему-то тоже это... Я думала о том, что наоборот надо в зал смотреть, и я на Настю редко смотрела. Ну, можно сделать, знаешь, что? Фишку с микрофонами, перебрасывать их друг к другу. Бум! По одному сглашаю. One more time. Это наш видео. One more time. Заплыл, упал. Виталий ошибся отжиматься. Лежа такой. Надо воду с собой. Знаешь, такую штучку, когда будет вода поступать в рот, чтобы рот не засыхал. Глазам, ко рту, к носу. Слушай. Мы сейчас выйдем, я потом тебе скажу кое-что. На камеру. На камеру? Нет, не на камеру. Опять свои шутки. Больше тут говорят сложно. Нет. Пожалуйста. Что такое он сказал? О, боже. Я не буду в этом участвовать. Я не буду в этом участвовать. В чем? Не буду в этом участвовать. Скажи на ухо. Нет. А что он говорит? Только не это. Это, к сожалению, друзья, эфир наш подходит к концу. Все. That's what's up. Вот что там. Как это? Виталий, батарейка садится, выключать. Наконец-то. Вы не узнаете правду. И я вообще думаю, что это лажа полная тогда. И я вообще не буду этого. Это не снимается? Снимается. Блин. Ну что ты хотел? Он не выкладывает это. Ну да. Не, погоди, стоп.